Что-нибудь куда-то отведёшь, да? Да, сейчас. Так, все тут? Сартанец, Шот. И кто еще? Айс, ты ушел уже? Ну что, наверное, такое. Пойдемте, короче. Давай, вот это наш еще там залутает через танец. Без, пойдем. Да. Муртаги. 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 На коробке. Погнали. Где мой, блин, начальник со смалом? Да он же вот секнул, что ли? Кто-то, Палан. Палан. Ладно, да. Ой, пошли. А ты мне подскажи, что ли? Я на КВ, короче. Палан, вы с бесом и Муртаги идете на восточную метку, где высота военная. А с Бехом-то через что? А, нет, вот мы идем за Хамиком. Окей. Вот тот вот. И вот этот вот. Вот этот и вот. Ай, смотри, у меня, короче, ДВ как таковой нет. А, можем махнуться. Я тебе могу дать пулемет, ты на него окок натянешь, а мне М-ку. Ну, пулемет с ококом, хочешь? Да я не против. Давай. А почему? Ну ладно. Ну так у меня нет ДВ, я буду сидеть в машинке на ДВ тусить. А рацию тебе не дали нормально? Не-а. Сволочь. Ну на. Сколько ГПшек? Так, тихо. Сколько? Ну, он бросит. Пойдемте туда на их позицию пока, потому что они слоупоки, а противник проехал на запад. Они приедут, пойдете на свою. Проверьте, пожалуйста, кто был в Хаммерах. Севера не резается, но они могут сейчас огибать все это дело с востока, а ехать нам, в принципе, ни хрена. Так, давайте спешились, наблюдаем. Получается азимут 180-150. Ждем наших товарищей. Вы на холм поднимаетесь, да, уже? Да. Давайте садимся обратно и валим на своем. Дэр, здесь. Дэр, ответили. Одну фаерсиму пробуйте перебросить на юг за Альмиру. По берегу там прокатиться и где-то рядом с Альмирой закрепиться пока что. Принято, но у нас ДВ нет вообще, есть только в Хамвиках. То есть они будут без связи, только вместе с Хамви есть. Отвечайте. О, у вас же есть командирские. А, никак нет. Смещать или нет? Давай, смещай. Ну если что, я ответить на Хаммере смогу. А кого? Или вы поедете? Да я вот думаю. Да вы езжайте, у вас же я тоже, да-да-да, я об этом же, я думаю, что вам лучше остаться. А, на свое усмотрение, если там будет угроза, сразу сваливайте оттуда. Принято южнее Альмиры смещаться, да? Южнее Альмиры, да, верно. Все, принято. Принял вас. Так, Шот, останься тут, выходим, осматриваемся. Сартанец, давай садись, проедем до Айса, потом шлем его дальше. Айс, в принципе, можешь начинать вдоль берега, вот так же двигаться дальше. Зушка, все на той позиции? Айс, метров на 200-300 отошел уже от позиции предыдущей. Нет, Айс. Ну, значит, мало. Да, я перед вами метров 300. Окей. То есть, вот, вижу тебя. Дэр, ускоряйтесь. Дэром ФТ-1 сообщение? Так, точно. Принято. Айс, нам сказали ускориться. В принципе, я согласен. Принято. Постарк. Не, ну раз они уже переходят каким-то там наступлением, вряд ли они получились. А, да, точно. Стою. Все, начинаем отсюда на 230. Нас услышишь, скажи остановиться, тебя заберем. Окей. Я посмотрел, что триггер начинает ехать через МСВ и фальконы позиции. Смотри на север, имейте. Да-да-да, я понял. Ой, он без. Ответил. Он впереди дымочек. Перед нами Хамик. Примерно по тому же маршруту. Не, ну хер с ним, не будем работать. Все, сейчас уходим, здесь спешиваемся. Шот, херач по всему, что видишь. Сартанец, ай, спешиваемся и отрываемся. Меня сильно не поднимайте. Тормози, тормози, тормози. Ухожу на запад. Поставлю. Так, вижу этот Хамик, могу работать. Рано, не спалимся, просто спалимся, все это. Нет, рано. Нет, он едет, он едет. Хамвик на 11-12, в нем водитель есть как минимум. Сейчас в поле он вроде
стой. Нет, там был водитель, может быть человек слева в домике. Так, на 40 пехота под дымами проходит. Вижу пехоту, куда стреляться надо. Шот, смотри на 40 дымы. Хавик поехал, который ты говорил пустой. А, вижу контакт, дай ему 345. 345, левый. А, это партизан. Там свои, он белый. Понятно. Пинкота выдвинулся на 19. Дальше, то есть севернее. Пинкот, ты церковь чекал, нет? Нет, церковь не чекал, сейчас противник отработает одного. Ну вот, смотри, 35 на 40 потратил. Там пустой. Ну вот, видишь? Где дымы? От меня на азимуте 67, сейчас дымы откинул. Правильно, Шот, хорошо работаешь. Да, смещайся. Ну, мне ГПшки-то не нужны, ты мне нужен здесь. Принял. Шот, смотри, у тебя солнце заходит, там на горизонте тоже, по-моему, враг. Ну, это далеко, ты чё? Не, близок нам. Халан, чё там на ДВ? У меня просто, или ты тоже уже не на ней? Да, ничего, там в триггер влетели, как и мясо, короче. Окей, принято, давайте оперативно в триггер. Не задрачивайтесь перед ним. Фигачим вовнутрь. Или влетай просто в триггер. Я на машине. Я сейчас одного человека у триггера иду, захожу прямо вовнутрь. Имейте в виду, у нас убили сортанца, да. Я восток от купола, ровно в упор к нему. Метку поставить, потому что там, типа, говорят, вы уничтожены, и вас, типа, в вашу сторону все враги. Ровно восток от купола, в упор к нему я, блин. А, понял. Сажу, сюда. Я предлагаю нам выйти, подойти. Его юг купола, я внутри. Залетайте ко мне, только скажите, идите.
А я побежал, встречу ребята. Давай. Без, мы на камере, окей, подскочим? Скажешь? Посмотри, спину, блин. Сука. Чё, мальчик? Сука. Это хорошо лежал, чё ты прикатился? Я сейчас смотрю, труба, я могу выскакивать, да-да-да, нахуй, ебап, да. Ты прям по мне, ты по машине попал, правда. Ну я не знаю, куда я попал, но это было за мной. Ай, ебать. Шаманчик, это много завалил людей? Семь. Эх, значит, нужно было еще одного убивать. А далеко ты от триггера был? Минут. Нет.